Нашу страну прославляет наш футбол. Но даже здесь не задействованы все возможности. Вы говорите о Шакире, которая вышла замуж за какого-то Пике и профукала нашу гордость Ромчика Зузулю? Нет, я имею в виду то, что во всех самых популярных футбольных симуляторах, в которых играют миллионы фанатов, да, есть футбольный клуб Барри, Хьютон Шир, но нет наших украинских Динамо, Металлист, Днепр и так далее. Ребята, ну с этим надо что-то делать. Ты имеешь в виду играть за Хьютон Шир? Ну ты на дно не падай прям. Игра «Динамо». На трибунах несколько тысяч не просто болельщиков, а преданных игроков в приставку. Вот эта штука знакома. Да, можно поиграть, да? А ну-ка. У нас есть волшебный джойстик. Можно управлять игроками. Игроками. Как старик Хаттабыч? Ну, почти. Программа «Реал Бодрит». Мы круче, чем старик Хаттабыч. Нашли этот джойстик здесь. Подозреваем Олега Владимировича Блохина. Играет 15-ю, тренирует. Он задействован здесь, да. А вообще играете, да? Да. А в 15-й, представляете, есть только Шахтер из украинских клубов. Придется на Шахтер переходить. Как вы легко сдали. Вы точно динамовец? Вы точно фанат Динамо? Конечно. Вот эта штука знакома? Да. За какую команду играешь? За ПСЖ. Ух ты, Ишка. Неожиданно. Ну, Динамо нету, поэтому играю за вот. ПСЖ. Челси, наверное, больше. Челси, вот. А если было Динамо, играл бы за Динамо? Конечно. Это же имидж страны. Что это Динамо Киев нет? Шахтер есть, а Динамо нет. Вообще ни одного украинского клуба. Бардак. Каждый из нас делает все возможное для того, чтобы в 16-м, в любом симуляторе, чтобы было не только Динамо и другие украинские клубы. Да, договорились? Все, по рукам. Большая армия поклонников симуляторов. Нет украинских команд в этой вообще. И нас, болельщиков, это очень обижает. А вас? Вот какие-то. Наверное, эти вопросы неправильные... лучше задавать, кто эти игры создает, я не знаю. Не-не-не, Шахтер есть. После игры с Фиорентиной все искали, как же вот взять Динамо и порвать эту Фиорентину. А Динамо нет. Ну, вы не могли мы будем, бы... наверное, делать, да. От тебя все зависящее. О, спасибо вам большое. Дальше. Спасибо большое. Удачи вам. Официально заявляем всем разработчикам. Мы будем пользоваться пиратскими версиями, если вы не включите украинские команды в свои симуляторы. Да. Я правильно твою мысль передал? Да.